До гигантов каменного века, к первым шагам человека прошел ваш путь. Начинается величайшая эпоха, которая поведет вас от колыбели цивилизации к далеким звездам. Раскиньте сети шире, Троян, император могущественного Рима. Ваши легионы ждут приказов поступать, чтобы создать империю, величественней которой мир еще не видел. Если все дороги будут вести в Рим, ваша держава будет купаться в роскоши, а народ даст вам прозвище «Оптимус Принцепс», что означает «лучший правитель». Человек, нашедший... Никто не оставляет блин. Человек достаточно мастерству без воображения. Если оказался в я... Если в раю нет собак.
храбрым, значит быть един... На верхнюю террасу ведут лестницы, а по бокам них проведена постоянно работающая цепь подъемников, посредством которых люди, специально назначенные на эту работу, подают воду из Евфрата к деревьям и кустам. Будут сбиты стол. Каждый народ живет обменом. Очень знающая стрела. Мистицизм – это ошибочный. Писать это легко. Вновь видеть то, что уже...
Мне не противна жизнь. Пусть опрокинет статуи война. Поэты давно и загадочно молчат. Порой колесо крут, крепкая экономика.
Зеркало для тела — это отполированная бронза. Зеркало... Разделяй и властвуй. Мудрый правило. Господь сотворил всех. Люди, которые не могут... Представьте себе, что вы уговариваете 600 человек помочь вам протащить 50-тонный камень 18 миль по сельской местности и поставить его вертикально. А потом вы говорите: «Отлично, парни, еще 20 штук и на отдых».
Час, проведенный в седле, не... Двое дерутся, третий не мешай. Говорите сердцем. Человек страдает, поскольку...
Богатство не в том, чтобы многим... Мне нужен только высокий корабль.